Друзья, пищит там кто-то. Вот еще с утра не открывала крышку инкубатора. И всю ночь я тоже сюда не заглядывала. Так, я отключила инкубатор. А ну, что-то тут вообще никого не видно, друзья. Никого не видно, посмотрите. А кто ж тут пищит? Друзья, вот здесь в одном яйце наклевчик был. Вот это я видела вчера вечером при перевороте яиц. Вот он, видите? Был вот такой маленький здесь наклевчик. Вот, уже увеличивается. Ты что ли пищишь так? Ой, как он внутри дребезжит. Да, ну какой-то тут цыпка пищит. Наверное, здесь. Смотрите. Ой, точно. Ты? Ха, смотрите, смотрите, как прокрутился. Вы видите? Ты пищишь? Ты пищишь, да? Малыш, ты хочешь выйти? Выходи. Выходи. А ну. Что, снизу любите лупиться, да? Ну что же, переворачивать мне сегодня яйца или не переворачивать? Ну вот, крышечку инкубатора открытой подержу, чтобы яйца немножко насытились кислородом, свежим воздухом, да? Чтобы немножко подостыли, потому что здесь температура 38 градусов. Она у меня не меняется. Вот. А на выводе надо меньше держать, правильно, друзья? В таких инкубаторах механических. Вот, поэтому подержу немножко открытым. Пусть чуть-чуть подышат, пищат, слушайте, пищат. Ну вот цыплята появляются уже в воздушную камеру. Уже вот и вылупляются даже. Вот видите, 19-й день инкубации. Посмотрите на эту красоту. Цыпка уже выходит. Ну вот так. Вот сейчас я открыла крышечку, да, друзья, инкубатора. Ну, наверное, не буду открывать до вечера. Или в обеденное время еще раз открою. Наверное, я проверю. Раз цыплятки начали лупиться, в обеденное время проверю, через 4 часа. Да, цыпочка? Проверим тебя. Яйца горячие, друзья, поэтому подержу хотя бы минут 10. Пусть они чуть-чуть остынут. Пищат там. Но не все, да? Не все. Это у нас самые скороспелые. Поэтому, чтобы другие цыплята вылупились, да, с яиц, не будем часто заглядывать в инкубатор. Да? Да. Вот красавчики мои. 10 штучек здесь. А жили уже? А то спали. Всю ночь спали. Да. Эти цыплятки вылупились на 19-й день инкубации, друзья. 10 штучек. И смотрите, в основном все-все черные. Кроме одного. 9 штук черненьких. Все на ножках? А ну, ты на ножках? Или ты мне тут ползаешь? А ну, мне надо, чтобы были все на ножках. Все на ножках, друзья. Все прыгуны, скакуны и все черные. Слушайте, капец. Ну, в принципе, у меня-то петухи черные. Не, ну что, крылышки, вот кончики беленькие. Успокаиваю сама себя, да? А вот этот, посмотрите. Ой. Один. Один за всех и все за одного, да? Один такой светленький. Иди ко мне, мой хороший, иди. Друзья, не все любят черных цыплят. Какие утят. Ну, гусят, не знаю, черные. Есть гусят или нет? Наверное, нету. Может, и есть. Черного цвета птицу не каждый любит. Потому что проблемы при забое птицы не имеет товарного вида. А так, в принципе, птичка очень даже красивая. Но такие черные цыплята, они когда вырастают, не обязательно становятся черными. Они могут стать и красненькими, и серенькими,
и рябыми, и даже желтенькими. Ну, в общем, любой окраски могут стать уже взрослые, когда будут курочки, да, из этих цыплят. То есть не обязательно они будут черненькие. Это петушок наградил таким цветом. Два петушка. У меня два таких темных, но они такие большие, они такие огромные. А цыплятки, господи, такие они маленькие. Вот 100% будут бесхвостатые до 2 месяцев. Вот такая порода у меня, друзья. А этот, наверное, будет с хвостом, хотя, может быть, тоже. Короче, все будут без хвостов. Вот такая порода. Цыпленок растет, оперяется потихонечку, а хвостика нету. Перьев на хвостике нету. Они начинают расти после 2-месячного возраста. До сих пор не определилась с этой породой. И посмотри, там кого-то обижают уже. Эй! Ой, мне так интересно, что там происходит. Сейчас утро уже. Всю ночь я туда не заглядывала. Вот мне интересно, сколько там уже ж вылупилось цыпляточек. Так, отключила инкубатор. Вот мои красавчики. Боже ж ты мой, сколько вас тут. Так, ставлю таймер на 10 минут. Правда, я не знаю, может, он мне не понадобится. Может быть, у меня все вылупились уже. А? Ну ты посмотри, что тут делается. А? Посмотрите, что тут делается. О, посмотрите. Ой, ты боже ты мой. Смотрите, сколько их тут. Итак, поставлю. Посмотрите, друзья, ну красавцы, а? Этот вообще уже сухой почти. Да они тут все почти сухие. А? Типи, вы тут все живые? А? Смотрите, сколько их тут, а, друзья. Как вас переносить? Как вас переносить? Ой, а это что? Ты живой? А, он только вылез, он совсем мокренький. Посмотрите, какой мокренький совсем малыш. Так, я поставила таймер, друзья, напоминаю, на 10 минут. На всякий случай. Вдруг я тут увлекусь созерцанием приятным, причем. Вдруг я увлекусь тут с цыплятками, да? Инкубатор будет долго открыться. Так, ну тут я смотрю, яиц еще многовато остается. Цыпляточки мои, ребяточки, сколько же вас тут стучек? Сколько вас тут стучек, а? Малыши мои, карандаши. Ой, а тут серенькие цыплятки появляются, друзья. Не все потеряно. И не только серенькие, посмотрите. Эти же желтенькие. А ты что, голошейка? Ты голошейка у нас? Нет, не голошейка. Странно, да? Голошейного цыпленка чего? Нет, что ли? А где голошейные цыплята? Все, кончились. Лимит исчерпан, да? Ну, еще не все вылупились. Так, надеюсь, я пустые из коробки. Выкидываю. А то с цыпленком еще выкину. Ну, нет, друзья. Вот эти яйца, где еще есть цыплята внутри, вот они с наклевами, и они тяжелые. А когда берешь пустую скорлупочку, да, ну она легкая, конечно. Пи-пи-пи, 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 пи-пи-пи. Вот так, друзья, у меня сегодня утром вот такое хорошее настроение. Ой, цыплятки мне подняли его. Вот так, друзья. Если хотите, чтобы у вас поднялось настроение, да, у вас плохое настроение, а вы хотите его себе поднять, друзья, значит, надо что? Заводить цыплят. Вот таких вот надо заводить малышей, друзья. И тогда у вас будет и настроение, и чем заняться будет, понимаете? У вас не будет плохих мыслей, вам некогда будет думать о плохом. Потому что вот у вас такие будут хорошие малыши, о которых надо заботиться.
Да, думать, чем накормить, согреть. В общем, некогда будет скучать. Вот, и настроение, друзья, появится. Вот так. Ну, друзья, я, конечно... Так, это грязненькое яичко, да? Надеюсь, что с остальных яичек вылупятся цыплята. И чтобы они у меня вылупились, я начну собирать вот этих цыпок. Дай, иди сюда, иди сюда. Вот сюда, вот в эту маленькую пока коробочку. Они еще выпрыгивать не умеют. Вот. Соберу их и отнесу. Да, в брудер. Из картонной коробки. Пока у нас такой брудер. Давай. Сколько? 6 собрала. Давай, давай, давай. 8. Сколько тут еще поместится? 10. Вон они. Сразу опустошаются. Опустошаются тут инкубатор. Ну, давайте, наверное, по 10 штучек буду, да? Идемте с этими цыпляточками. Идемте, мои маленькие. Вот такие хорошенькие цыпочки. Идемте. Идемте в коробочку цыпочкам, к остальным. Вам тут понравится. Вот. Вам здесь понравится. Посмотрите, как тут хорошо. Так. Сейчас я открою тут коробочку. Чтобы не было удобно. Да? Ой, цыпочки. Цыпочки мои маленькие. А ну, давайте я вас вот так сюда. Так, только чтобы я здесь никого не задавила. А ну... Выпрыгните? Не, не выпрыгните, да? Опа! Опа! Принимай, малышей. Давай. Принимай, малышей. Так, 10 штучек, друзья, я взяла. Побежала за другими, чтобы закрыть инкубатор. Так, побежала я за остальными. А вы тут знакомьтесь, да? Не обижайте только малышей. Они не сильно маленькие. Не настолько, чтобы их обижать. Да? Да. А этот, смотрите, идет. Серенький. Ну, в общем, я побежала, друзья. Я бегу, бегу, бегу. Я тут, а. Так, сколько у нас тут еще, друзья, интересно? Я не знаю, вам видно или вам темно тут. Надо было, может быть, включить свет. Мне-то видно. Так. Давай. Иди сюда. 4, 6. Куда ты залез в угол? Посмотрите, залез в угол прямо. 6. Так, а ты живой? О, господи! Представляете, притаился. Ты чё притаился? Ой, а смотрите, что это у него. Стой, иди сюда, дай я посмотрю, что тут у тебя. Вы видите, что-то тут мокренький или все в порядке? Непонятно, да? Непонятно, что с ним? Или понятно? Короче, понятно или непонятно? Вот сюда иди. Вот так. Так. Этот мокренький, даже не знаю. Наверное, я его тут оставлю. Так, ну давайте посчитаю. Сколько тут яиц осталось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24 или 25? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 25 яиц. Вот. И этот будет 26 цыпленочек. Так, все. Яйца я не буду сейчас туда-сюда. Немножко вот так их распределю, чтобы они не были именно по краям инкубатора. Вот так вот. В одну кучу я их не сгребаю. Вот так вот будет и нормально. Все, друзья, я закрываю крышку инкубатора. Цыпляток забрала, один пусть сохнет. Здесь 8 штук. Итого 18 штучек я забрала. Все, я закрываю крышечку. А сколько минут у меня был открытый инкубатор, друзья? Ну вот, осталась минута. 9 минут. Все, я закрываю. Все, все, закрываю, закрываю. Все, будешь там греться, малыш. Все, включаю. А, что я еще не проверила, друзья? Тихо-тихо, малыши. Сейчас я быстренько проверю, есть ли там водичка. Вот. Вот так вот проверяю. Так, водичка есть. Я вчера доливала. Вода есть, друзья. Есть, есть, есть. Есть водичка.
Есть вода. Все. В ванночках водичка есть. Все. Накрываю, мой маленький. Накрываю. Все. Включила. Все, пошел нагрев. А этих цыпок, друзья, вот они мои маленькие, вот они мои хорошие. Идем, брудер. Так, вот принесла, друзья. Сюда же цыпочек этих. Давай, малюсенький, подвинься. Все. Сейчас. Вон они какие красавчики, да? Красавчики. Он какой тоже есть светленький, да? В общем, 18 цыпляток я сейчас забрала. И было 10. 28 цыпляток, друзья. Вот. Мне вот один цыпленок не дает покоя, друзья. Сейчас я покажу вам. Он какой-то очень пузатый. А где он? Которого я только что вытащила. Он очень тяжелый. Вот он. Он почему-то прямо такой тяжелый. Мне не нравится он. У тебя глаза открытые? Открытые. Или мне уже... Нет, вот этот полегче. Этот полегче, вот когда берешь, да? А этого в ручке я беру, он какой-то тяжеловатый. Бройлерный, что ли? Или мне уже так мерещится? Да нет, эти вроде полегче. А этот прям какой-то тяжелый. Ты где? Я тебя уже потеряла. Жопа тяжелая. Может, эти тоже такие? Мне, наверное, кажется, друзья. Придумываю себе, да? Слушайте, ну посмотрите, друзья, ну все черные, а? Ну что ж это такое? Ух-ух-ух. Я же и хочу продать этих цыплят, друзья. Мне цыплят хватает. Эту малышню я хочу продать. Они всем нравятся черные. Но здесь есть вот серенькие, да? Вот они. Серенькие. А вот этот будет красненький. Галашей нету в этот раз. Ну, посмотрим, может быть, еще вылупится. Еще 25 яиц и один цыпленок в коробочке. Еще 26 цыплят получается, да? Ну вот. Все, ждем остальных. Водичка уже в стаканчиках тут, коробочки по углам стоит. Вот, цыплятки, я не знаю, пили, не пили, наверное, еще не пили. Так, мне главное, чтобы цыпляточки отдохнули после вылупления. И я должна убедиться, что они все здоровые, активные и передвигаются на обеих ножках. Вот. Вот это моя задача увидеть. Вот, чтобы я продала хороших цыпляток. Ну, друзья, я надеюсь, что я их продам, конечно. Мне муж уже говорит, где ты их будешь держать? Я говорю, ну я ж не собираюсь их оставлять. Вот, ну посмотрим. Сейчас у нас июнь месяц. Нужны ли цыплята людям в июне месяце? Посмотрим. Я жду, чтобы вылупились остальные цыплята. И уже сейчас, скорее всего, дам объявление, что я их продаю. Вот, а там... Ой, смотрите, пошли пить. Да, черный пошел пить, а красненький просто занял место там возле стаканчика. Думает, займу заранее там место, вдруг мне потом не хватит, да? Буду самый первый. Ну, вот так вот цыпляточки тут адаптируются уже после инкубатора. Здесь лампочка светит, здесь, во-первых, для них освещение. Здесь другой пол под ногами. В инкубаторе-то сетка была, друзья, и темно в инкубаторе ночью было. А сейчас их перевели сюда, здесь солнце светит, да, лампочка. И под ногами твердая подстилочка. То есть могут ходить на ножках, передвигаться спокойненько. Ну все, друзья, пусть они отдыхают. Вот. Будем ждать остальных цыпляточек. Сейчас делаю переворот яиц гусиных.
порода мамут. 21 день, друзья. 21 инкубации. Вот. Все яйца пока, друзья, все, что оставались у меня после последнего овоскопирования, все живые. Дай бог, чтобы все были до конца, конечно, живые, чтобы все выжили и вылупились гусята. Порода мамут. Сейчас отключила свет. Делаю охлаждение яиц. 35 минут, друзья, я делаю. Перешла на 35 минут, потому что яйца очень горячие. Я подношу яйцо к веку и проверяю. Вот. 35 минут охлаждаю буквально вот несколько дней уже. До этого 30 минут охлаждала, а до этого 25 минут, 20 минут. В общем, вот так, друзья, иду на увеличение. Ну, час я, конечно, их охлаждать уже не буду к концу инкубации, друзья. Я думаю, 35 минут – это самый такой потолок во времени по охлаждению яиц, гусиного яйца. Вот. Так. Здесь, друзья, у меня гусиные яйца. Последняя инкубация с гусиным яйцом, которую я закладывала неделю назад. Сегодня 7-й день инкубации. Я сейчас тоже, друзья, отключаю свет. Хотя я охлаждение здесь не делаю. Я просто буду переворачивать яйца. А чтобы мне не мешала лампочка, я отключаю свет. И эти яйца просто меняю местами. Вот. Так, конечно, была это плохая идея, да, снимать и делать переворот яиц. Потому что это очень неудобно и долго так. Я сейчас, скорее всего, друзья, быстренько переворот сделаю и включусь обратно. Вот, я меняю их местами с центра на край, с края на центр. В общем, постоянно меняю местами при каждом перевороте яиц. Я перевернула яйца, подключила свет и поставила термометр на яйца. Почему при вас это сейчас не сделала, да? Потому что я сейчас не охлаждаю, друзья, яйца. Вот, надо быстрее включить лампочку. Мне удобнее отключать свет при перевороте яиц. Потому что, повторюсь, лампа мне, ну, лично мне так действует на глаза, друзья. Поэтому я отключаю. До этого не действовала. Ну, так у меня уже столько инкубаций, друзья, за эти годы. А в этом году-то вообще, уже вообще, сколько я сделала инкубаций в коробочке. И у меня тут одни лампы горят, понимаете? И на глаза они, конечно, действуют. Так вот, друзья. 7-й день инкубации гусиного яйца. Здесь у меня 14 яиц. 5 яиц под курицей, квочкой. Она сидит на них, друзья. Греет. Не встает. Встает только покушать. Греет. И садится на свое место. Вот, под курицей, друзья. Еще яйца я не проверяла. Надо, конечно, проверить. Потому что если будут неоплодные, ну, вытащить и поменять, наверное. Отсюда доложу, если там будут у нее неоплодные яйца. Чтобы она зря пустые яйца не грела. Здесь, друзья, я повторно овоскопировала яйца. Изначально я проверяла на третий день инкубации, друзья. Слабенько можно уже увидеть зародыш на этот день. В этот день инкубации. В конце третьего дня. Вот. Ну, это я так проверяю. А вообще в идеале проверять после 5-го дня инкубации. Даже на 5-й день. Вот. Уже виден паучочек, хорошо все видно. Вот, я вчера еще раз проверила эти яйца. Зародыши подтвердились. Вот, один неоплод у меня, друзья. Я не знаю, что их тут оставила в коробке. Надеюсь, наверное, что вырастет там зародыш, паучок, да? Наверное, я все-таки сейчас вот при вас это сделаю, вытащу. Вот, неоплод. На яйце я пишу N. Вот, неоплод. Видите, не. Не. Вот. Сейчас, друзья, еще покажу. Видите, знак вопроса. Вот он. Яйцо, где желточек, я вам говорила, да, опускается вниз. Он как будто бы тяжелый был, вот этот желток, при повороте яиц. Вот так разверну яйцо, да, а желток на донышке.
То есть он не поднимался кверху. Во всех яйцах желточек поднимается кверху, да? А в этом яйце он был на дне. Как будто на него камни поставили, он на дне лежал. То есть не двигался наверх. Вот, покажу вам это яйцо. Зародыша здесь тоже нету, но желток уже двигается, причем с большей скоростью, чем положено, по вот этому яйцу, внутри яйца. Вот. И еще одно яйцо, друзья, с крестиком. Ну, не знаю, показать вам его или сейчас не показывать. Так, сейчас я тогда что сделаю? Надо будет распределить тут яйца более-менее по центру. Пока оставлю. Вот. Двумя руками это сделаю, чтобы они были по центру яйца. Вот это яйцо с крестиком. Зародыш там есть, друзья. Давайте уже, наверное, покажу вам, раз я достала. Первым покажу вот это яйцо. Паучок есть, но мне не нравится кровяное уплотнение с краю, рядом с этим паучком. То есть, почему это? Ну, вот крестик стоит. Сейчас я вам покажу. Вот это яйцо, которое я вам сказала. Вот. Я его продвигаю. Видите, паучок есть хороший. Вот. А вот здесь, вот оно, видите, как? Как? Ну, вот где кончается кровеносная сеточка, да, этого зародыша, вот. Идет как вот такое вот кровяное, прям как колечко. Ну, друзья, посмотрим, что будет. Зародыш живой, большой, двигается. Ну, вот этот кровяной сгусток вот тут вот мне прям не очень понравился. В общем, на этом яйце вот крестик. Будем наблюдать, что будет дальше. Выживет такой зародыш или нет. Вот это яйцо, это не оплот. Вот. Не оплот. Вот это яйцо со знаком вопроса. Вот. Здесь такое ощущение, что желток, ну, оно, короче, порченное, потому что внутри прямо видно, что уже яйцо такое не очень хорошее, друзья. Но зародыша здесь нету, то есть это не оплот, но яйцо было или травмировано, или что. Но вот с этим желтком что-то было. Я прокручиваю сейчас это яйцо, и желток, конечно, крутится уже сверху. А до этого, на первых днях инкубации, он был внизу, он был тяжелым. Сейчас он, конечно, уже прокручивается, вот, легко все крутится по яйцу, но внутри видно, что уже произошли изменения, и, в общем, яйцо испорчено. Ну, вот так, друзья, два яйца отбраковываю, вот, неоплодных. Одно точно неоплодное, второе неоплодное, но вот с вопросом. Плохое яйцо. В общем, два яйца отбраковываю. Здесь у меня было 14 яиц. Осталось, значит, 12, друзья. Вот это яйцо с крестиком, оно с краю. Вот как думаете, что с ним? Будет нормально он или нет? Так, подвинула я яйца уже под лампочку их. То есть два яйца я вытащила, распределила, чтобы они у меня по центру были, эти яйца. Оставшиеся 12 штучек. Вот, пусть инкубируются. Значит, температура, друзья, на этот момент, на 7-й день инкубации, 39,5 градусов. Яйцо я не охлаждаю. Вот, сейчас. А вот просто отключаю лампочку. Это занимает буквально 1,5-2 минуты, друзья, не больше. 1,5 минуты. А вот смотрите, сейчас яиц меньше, у меня будет занимать это минута времени. То есть, чем меньше яиц в коробке, тем быстрее происходит переворот яиц. Вот. И здесь, друзья, у меня утиные яйца. Сейчас я посмотрю свой таймер, сколько у меня времени осталось охлаждать гусиное яйцо, мамуты, вот, чтобы сориентироваться, сколько времени здесь охлаждать, добавить время, вот, так, друзья, здесь у меня инкубируется мускусная утка. Какой день сегодня инкубации? 24-й,
Или 23-й. Друзья, надо будет посмотреть. Ага, все, я сейчас вам скажу. На 3 дня разница у меня вот с мамутами. Эти старше. Значит, если мамуты 21 день, эти 24 дня. И то 24 дня это вот этим яйцам, которые у меня с двоечкой, друзья. Где они? Видно? Вот. С двоечкой. Тоже крестик нарисованный. Яйцо, которое у меня было под вопросом. Но там зародыш сейчас живой. Вот. Иногда он молчит, зародыш, понимаете? Поэтому никогда не надо выкидывать яйца раньше времени, друзья. Вот. Двоечка. Значит, вот эти яйца с двойкой, их тут 7 штук. Им 24 дня. А там, где нету двоечки, друзья, вот здесь нету двоечки. Они на 3 дня старше. То есть с этих яиц, без двойки где, утята должны вылупиться раньше на 3 дня. Эти яйца я забрала от утки, которую хотела заставить сидеть на этих яйцах. Она бы на них сидела, друзья, но я же ей предлагала новое место, насиживание. Вот так. 3 дня я боролась с ней. Ну, может быть, пришла бы к успешному результату, но мне не хватило терпения. Это надо там постоянно быть. Даже не столько терпения. У меня терпение есть, в принципе, друзья. Времени. Вот. Мне не хватило бы времени на это. Это надо постоянно туда ходить, утку снимать с гнезда, чтобы она поела, покормить, попить. И, короче, и охранять ее, потому что она все время лезла в другое гнездо, там, где она сносила яйца. А там место было уже занято, понимаете? Там уже сидела утка. Она туда лезла, причем там у меня 2 утки сидят на 2 гнездах. А эта 3-я была, понимаете, она лишняя, 3-й лишний, вот так. Она к ним лезла. Ну, естественно, я ее забрала. Тут надо было что-то придумывать и решать. Я ей предложила сидеть на яйцах, только уже, конечно, на другом гнезде. Но уточка не дура. Ее не обманешь, понимаете? Не обдуришь. Ну вот, друзья, спустя 3 дня я эти яйца забрала, короче говоря. И вот инкубирую в коробочке уже. Сейчас я делаю переворот яиц. Яйца очень горячие, друзья. Охлаждаю я их сейчас 25 минут. Вот. Это яйца мускусной уточки. Ну, друзья, осталось уже совсем немного. Если 24 дня вот этим яйцам под цифркой 2, да, то этим яйцам, которые без цифры 2, сколько? Они на 3 дня старше. Им 27. Дни, друзья, так еще чуть-чуть, еще неделя, и утята у нас появятся на свет. Да, ну вот так. Друзья, здесь у меня стоят 4 стакана с водой. Примерно через день я доливаю воду. Испаряется вода, причем на глазах. Каждый день я это не делаю. А вот через день делаю, проверяю стаканы и доливаю. Не жду, когда вода совсем уйдет со стаканчиков. Вижу, что осталось пол стаканчика или чуть больше половины стаканчика. Я набираю воду, естественно. Могу поменять эту воду. Ну, в общем, главное налить эту воду. Так, что тут у меня? 1 яйцо. У меня здесь сколько вообще яиц, друзья? Вот одно есть. Потому что помню, вроде бы четное количество, поэтому мне должно все совпасть при перевороте. Я переворачиваю по 2 яйца. 24 яйца у меня здесь, друзья. И если я сказала... Так, надо их вот так немножко. Что у меня 7 яиц с циферкой 2... 24 минус 7, это у нас сколько получается? 17, да? 17 яиц без циферки 2, которые. Ну вот, они вылупятся чуть раньше.
Я вот так немножко в сторонку их раскладываю, друзья, чтобы охлаждение лучше было, чтобы циркуляция вот это вот воздуха, да, хотя здесь циркуляция воздуха очень-очень даже хорошая. Она здесь постоянно есть. Ну, вот так вот я раскидываю сторонки, чтобы яйца быстрее охладились. Потому что получается, что крайние яйца охлаждаются, а в центре они горячее. Они не охлаждаются как надо. Поэтому вот так я распределяю яйца. Вот. А потом, когда уже время проходит, вот здесь тоже, видите, я немножко промежутки между яйцами сделала. Вот, когда время заканчивается, я их собираю в кучку. Вот, сейчас я посмотрю. Вот еще горяченькое яичко. Осталось 7 минут. Вот охлаждать эти яйца. То есть 23 минуты охлаждает. Ой, какой 23, друзья? Не 23, я же 35 минут таймер поставила на 35 минут. Это получается 23 и плюс 5. 28 минут охлаждается яйцо. Оно еще не охладилось. Так что так вот. Ну, давайте не забудем, что у меня еще здесь, друзья. Вот утиные яйца. Сейчас я отключу. Вот так отключу свет. Тоже. Их тут мало, друзья. Но тоже я их переворачиваю. Охлаждаю. Темно сейчас, да? Ну, что делать? Переверну. Их тут всего-то, господи, 7 штук. И то, друзья, вот это яйцо У, буковка У. Оно, конечно, скорее всего, это вот. Я вам уже говорила, да? Замерло там яичко. Но что-то я его держу. Я не знаю, что я его держу. Вот что я его держу. Надеюсь, что оно это оживет. Вот тоже мне. Дурында, да? Зачем я его держу? Просто один раз посмотрела, вроде бы как не двигается, знаете, зародыш здесь. Замер, значит, да? Потом думаю, ну помечу, да? И посмотрю в следующий раз. А в следующий раз могу не посмотреть. И вот оно и лежит у меня, понимаете? Надо будет глянуть его еще раз. А потом уже определиться и, естественно, выбросить, если оно плохое. Это яйцо под буковкой У, это было под уточкой 5 дней точно, я уже не помню, то ли 5, то ли 6. Утка его плохо грела, потому что под ней были гусиные яйца. Одно яйцо, вот это вот, лежало с гусиными яйцами. Оно плохо прогревалось. И зародыш был маленький-маленький, не то что маленький, он вообще был масюпенький, было непонятно, то ли это зародыш, то ли это... То ли это что-то другое. Вот. Но когда это яйцо я положила в коробочку, было видно уже, что зародыш появился, все. То есть оно было оплодотворено, это яичко. Оно есть уже, оплодотворенное, да, и зародышем. Но зародыш, друзья, не выдерживает. Вот он уже и замирает. Был плохой нагрев в начале инкубации. Пи-пи. У вас тут все хорошо. Коробочка, друзья, старенькая, конечно. Ну, какая есть. Для цыплят пойдет. Главное, чтобы подстилочка была чистенькая, правильно? Ну и вода была. Корм я им не даю, потому что сейчас они его кушать не будут. Чуть позже дам. Сейчас их задача обсохнуть. Вот. А крепнуть. И на лапках ходить, самое главное, да? Ну, судя по цыплятам, друзья, видя, какие они активненькие, хорошенькие, я делаю вывод заранее, что цыплята здоровенькие. Ну, то есть все на ножках. Ну, посмотрим, конечно. Дай бог, чтобы все были здоровенькие. Жду остальных. Получается, 25 яиц осталось в инкубаторе. И один цыпка мокренький. Ну, уже там будет пока находиться. Часто крышку инкубатора я не открываю, друзья. Пусть вылупливаются. Яиц все-таки еще много.
Пошел 20-й день инкубации. До конца этого дня, в принципе, цыплятки должны вылупиться. Ну, может быть, и захватят еще кусочек 21-го дня. Видите, как рано начали они лупиться. На 19-й день. Значит, вывод должен закончиться к концу 20-го дня. Ну, может быть, кто-то захочет и 21-го вылупиться. Посмотрим. Я ж не знаю, что они там себе понапридумали. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Ждем остальных цыпок. Всем пока.